Кайл, закрепилась за тобой репутация довольно жесткого хоккеиста. И очень интересно, занимался ли ты какими-нибудь единоборствами, или это жизнь тебя научила? Мне нравится такая манера игры, как бы. Я не собираюсь там приносить кому-то там травму. Там. Мне просто нравится игра жесткая. А ты так вообще вспыльчивый человек в жизни? Ну, если будет вопрос какой-то несправедливости, то я думаю, да. Так более-менее уравновешенно. Ну, просто сейчас, мне кажется, ты очень спокойный, очень внимательный. Ну, пока несправедливости нет сейчас. Спасибо. Ты, Артюхин и Карсум сходите в число лидеров по количеству силовых, возможно, даже драк в лиге. Вы как-то между собой общаетесь? Вот у вас есть какое-то такое силовое трио, которое обсуждает тактику на игру, может быть, какие-то нюансы, кто за кого отвечает? Никаких таких там нюансов нету, просто там, если кто-то там сыграл там.